Так как новогодняя пора съемочная очень насыщенная, я к новогоднему столу все закупаю заранее. А вот сейчас в магазине... Кстати, что это у нас такое тут интересное? Здрасте! А что тут у нас происходит? А я вот творогом вкусным домик в деревню угощаю. Смотри, попробовать можно? Да, конечно, можно, пожалуйста. Ой, бабуль, спасибо огромное. А какой из них можно? Можно? Ну вот с черникой и с вишней. Так. Давайте я помогу. Давайте, помогите мне. Сейчас будем правду говорить. Вкусно. Вкусно. Натуральный же творог. Ты черника там есть, реальная черника. Да. Так. Давайте мне. Прям несколько штук. Да, с черникой. Да, черникой. Вот вам. Спасибо огромное. Все. Да. Кладем. Спасибо, бабулечка. Спасибо. На здоровье. И здоровье. Как прям в сказке. И накормила, и подарок надарила. Доброго здоровья. Спасибо. Надо, кстати, к бабуле к своей заехать.